Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Dead Space 3. У нас следующая глава, по-моему, 13 или 14, точно не помню. Где-то тут можно бота поставить. Ну, а вот, да, 13 глава, отлично. Все ближе и ближе к ресурсу. Ага. Ну, путешествуй. Так. Так, я возьму, чтобы это не было. Светится все же. Хун Эй Чистильщик. Интересно, что это за оружие. Пойду посмотрю. Наверное, это что-то вроде комнаты для восстановления аптечек, боезапаса и так далее, которые мы на боссе в прошлой части потратим. Но у нас вроде... Все есть с прошлой части, то есть мы, конечно, потратились, но в целом вытянули. Плюс 2 урон, плюс 1 перезарядка. Отличная плата, надо бы ее вставить будет. Но очень лень, поэтому не сейчас. Так, чертежи. Черная дыра — это херня. Хотя, может быть, и нет, но в любом случае. Может, тут какой-нибудь есть, помимо гранатомета, я не знаю, базука, может, или что-то такое. Так. Потрошитель. Труборез. Хм. Забавно. А, военный револьвер. Ну, посмотрите, какой у него ущерб. Какая быстрая перезарядка. В целом, это неплохо, но, наверное, надо метко стрелять прямо в клешню, чтобы ее отстрелить. Последний снаряд разрывной, но странный дротикомет получается. Кот Кау. Не злись, вливайся. Что это за бред? Жалко, нельзя посмотреть примерно... Как он стреляет? Не, ну, наверное, на Ютубе можно найти, но не сейчас же. Лазерный пистолет. Так, вот этот чистильщик, по-моему... Ну, даже не знаю, не очень. А, нет, вот это... Нет, стоп. Да, нет, это не то все. Ну, а так больше тут ничего особого и нету, ладно. Сейчас я посмотрю, сколько у нас валов. Кстати, у нас вольфрама скоро 1000 будет. Надо бы... Что-нибудь прокачать будет. Ну, я всеми собираюсь, а делаю это очень не скоро. Так, ладно. Буду двигаться, тут ничего я не забыл. Уж какие-нибудь аудиозаписи. Так, что же нас ждет? О, люди. О, сейчас расскажем. Сейчас будет забавно, наверное. Айзек. Ready to kill us. Isaac did what he had to do to save the mission.
come on. We gotta keep moving. Now there are only four of us left. I can't do this. Then we leave you behind. If you can't keep your head, you're a danger to everybody. You're horrible. Nobody's leaving anybody. Now come on. Let's get to the top of this mountain. Together. Together. Это что, такие лифты? Или... Ладно, сейчас пока не будем включать, посмотрим... Посмотрим, что тут есть вокруг. Кроме напарника нашего Карвера веселого. О, коробочки. Кстати, не факт, что его зовут Карвер, я вот не помню, опять же. О, гарпунчик. Сейчас... Нормально. Удивимо. Я представляю, такое в голову прилетело. Ну, в целом нормально. Вот дерьмо. У меня начинается какое-то странное ощущение в голове, когда камера стоит вот так, и еще что-то сыпется сверху. Надо смотреть вообще наверх. Ах ты, еще. Здорово. Тут можно соревноваться в кооперативе, кто быстрее залезет и кого камнем башка не попадет. Так, давай работай. Могли бы попроще, могли бы просто лифт сделать. Ну, конечно, наверное, как обвалы, это все страшно, но... Ой, а язык так ноет. Подозрительно. Камни очень так метко летят. Вот сейчас тот полетит, поэтому надо... И мы в безопасности. Странно, некроморфов еще нет, сейчас запрыгнем, а тут так во. Или нет? А, мы уже поднялись. Ладно, пойду направо. А, ну тут некуда идти. Глаза меня обманывают. Элли, come on. Norton was pointing a gun at my face. I'm sorry. That's supposed to make it okay. You never believed in me, or this mission, or us. I had to go find someone else to help me, and now he's dead. Sabotage it. Just like everything else. What's that supposed to mean? Is that what you really think? Yes. They brought you here at gunpoint. Taking us up where it took. I'm not here because someone put a gun to my head. Well, Norton said that someone put one to his. Такая милая лесть. Эй! Тут дерьмо еще так долго крутить надо, чтоб там уже вылезл кусочек, можно было залезть спокойно. Ой. Что это за палатка эскимоса подозрительная? Знаете, когда я слышу звуки, похожие на... кирки, бьющиеся по льду, я думаю, что может быть кто-то тут еще есть. Но тут наверняка должен быть кто-то из группы, превращенный в некроморфов, станина. А-а-а, стоп. Чувак, ты упоротый. Потому что... Ладно, я чувствую, меня сейчас и сзади будут ловить, поэтому я отбегу от дерьма. Забавный свет, да? Кстати, черные ублюдки. Да что ж ты творишь, ублюдок? Да подождите вы.
У меня аптечек, наверное, уже не осталось. Давай. Так, аптечек не осталось? Да, конечно же, не осталось. Ладно, короче... Так, патронов сколько? Нормально. Так вот, о чем я? Я думаю, что я зря не сделал какое-нибудь новое оружие. Да что вы... Пошел к черту, а? Ну, конечно. Ладно. Я думаю, я все же выживу пока что. Вот как раз аптечка. Но их тут много. То есть эти ребята обходят вот отсюда. Ну где он? Ожидание меня убивает. Но я могу так долго стоять и в целом целиться вправо-влево. Ну я пойду сюда. Красиво прилетело-то хотя бы. Все ближе и ближе музыка, так что оно идет. Вот оно. Не понял. Какое плохое место. Ладно, пойду на... Лево, пора их уже прикончить. Все еще не все, но у нас стазиса много, можно. Блин, слева что ли, да? Да, плевать, стазиса мы где-нибудь-то и нароем. У нас еще в ящике. Да что ж. Ну а так вообще... Пещерка. Населена так неплохо. Так, ящичек. Ну почему не аптечка? Где? Где все аптечки? Патроны, станины. Ну ладно, стазис хотя бы восстановился сам по себе. Я немножко топографически потерялся. Потому что тут очень много путей. Кажется, маленькая пещерка на самом деле. Где-то в углу может быть аптечка очень нужная мне. Я фиг найду. Ох, путь дальше. Ну, кто-нибудь из снега выпрыгнет так, напоследок. Нет? Guys, I found a cargo cage, but it's wedged into the cliff. I'll try to free it and set it down. Да, Айзек, всем все равно. Так, еще одна. Аптечка, good. Так, это покрутим. Крути. Выглядит так тупо. Опять сияющие. Да.
есть смысл еще раз двигать, потому что она уже опустилась, эта клетка, по-моему. Ладно. Никаких аптечек. Может быть, некроморфов еще немножечко. О! Ох, лишь бы не сзади. Не, вроде спокойно. Вон он гуляет, там можно его подозвать сюда. Что-то не хочет идти. Но этот-то слабенький. Он не черный. О, кстати, он по стене ползет. Надеюсь, спрыгнет и побежит просто так. Но он уже ранен. Инвалид. Потому что если не использовать стазис, кто-то еще тут есть, да? Ага. Да вы прикиньте. Я просто их... Они под снегом могут так ползать или в чем дело? Не может быть в одном месте столько некроморфов. Плюс трупы исчезают. Меня это не устраивает. Никаких патронов на них не напасешься. Аптечек уж тем более. Ух ты, крутая... Я не знаю, это лед, наверное, да? Полностью. Или не полностью. Почти. Да, с напарничком тут было бы попроще. Лишний патрон. Забавно звучит. Лишний патрон не бывает лишним. За звук. Плохой звук, между прочим. Да. Давай. Так, ну тут мы, наверное, не пройдем, поэтому придется сделать... Ой, дерьмо. Что происходит? Как бы мне тут не умереть, потому что я не вижу этих тварей больше. Они, наверное, тут есть, потому что тень. Или мне кажется... Да хватит! А-а-а. Ладно, может тут прыгнуть? Нет, так я прыгать. Все, ладно, двигаемся. Да. Я не могу посмотреть назад, а там явно кто-то есть. Ладно. А, нет, ну... Может их ловить, а то так патроны кончаются быстро. Так, ладно. Как там было? Оп. Ужасное место. Ну что ты не лезешь? Ты именно что? Бред. Oh.
Да, эта глава вызывает у меня приятное ощущение сложности. Ну давай, вот дерьмо. Откуда тут камни постоянно летят? We drove it off. Oh, thank God. Look, about Robert. I just don't understand why he would try to kill you. He blamed me for all the trouble we're in. He kept pushing to go home. I kept pushing to stay. But the mission is all that matters. I thought Robert understood that. I'm here for you. I mean that. Так, ну, бота у нас нету, к сожалению. А вот место плохое. Ладно, вниз пойду, тут коробки есть. Может и артефакт какой завалялся. Давно станков не было. Я уже начинаю нервничать. Так и знал, что сзади уже идут. Эту тактику отступления. Теперь эти звуки слушать постоянно. Тяни! Ладно. Где-то тут гель был. А, вот он. Чёртово место, но почему? Что тут написано на камне? Блин, опять расход. Артефакт. Это бот? По-моему, я взял бота, да? Да, у меня есть третий бот. Можно найти. Где бы его тут зайти? Но он там юзается, черт, придется пробежаться. Правда, и тут где-то впереди немножко юзается. Ну да ладно. Ну хорошо, что я могу его здесь положить. Не надо спускаться туда. Что вообще правильнее было бы его там поставить. Лишь бы меня сейчас не убили, а то бот это все херня будет. Так, нам направо. Пойду сюда еще посмотрю. А, тут лезли бы некроморфы. Guys, all right? So far, we're just at the cage. It's infested pretty bad up here. I hope I find a winch soon. Isaac, just be careful. I don't need to lose both you and Robert in the same day. Так, аптечка — это хорошо. Пилорез. Наверное, надо немножко аптечек взять. Так. А, нормально, в общем. Так, 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 так. Ну, супер. Так, теперь, наверное, это все, что я хотел от этого станка. Использую маленькую аптечку.
и двигаемся. Лифт он не лифт вовсе. Значит, еще надо искать. Вот если там были вот эти дети, которые стреляли, ну, псы, тут псы, дети, то тут они могут быть бегающие, эти, которые по стенам, и опасно, в общем-то. Ну, может быть, никого вообще тут не будет, но у меня есть много стазиса, так что я готов замедлять и расстреливать. Наверное, надо было... По какой части там идти? По правой, по левой? О боже мой, быстрее, быстрее. Отскакивай. Погодите. Я буду пытаться... Так, я ничего не пропустил. Да, окей. Куда там спрятаться-то можно было? А, все, я понял. Я понял. Вот в чем. Для того нам сейчас стазисы и надавали. Ну, дерьмо. Но я все равно сейчас умру. Нет, не умру. Да ладно, ну а... Да пошло, но он даже не умер бы, потому что так произошло, потому что я уже отскочил, он просто протерся бы боком. И все, что за бред? Ладно, правому очень грустно в этом месте, поэтому посмотрим, что левому. А, да в целом так же. Ничего хорошего, он переходит на эту сторону и начинается жесть. Тут не перепрыгнуть. Понял. Может, надо подождать лифт или спуститься? Ну ладно. Если там еще один такой же полетит, это уже нечестно. Давай уже лезь, ну что ты как... Ну... Этот лифт меня пугает на самом деле. Он начнет падать, и мне придется уворачиваться от него, чувствую. Вот дерьмо. Ладно, я назад. А лифт надо просто будет замедлить, потому что он может сбить. Его тут шатает. О, камень, кстати. Только я не знаю, в какой момент замедлять. Наверное, вот сейчас. Да, сейчас. Сделает еще круг. Надеюсь, я успею. Может, и не успею. Ладно, я сейчас его еще раз замедлю. Да пошел ты в жопу, мудила. На самом краю только получается. Как думаете, я успею? Поскольку он не карабкается тут, я думаю, нет. А нет, успел. Ну а что происходит, смотрите. А, мне надо в ту сторону просто. Понятно. О боже мой. Гора-то высокая. Повыше Эвереста. Но вряд ли повыше. Но все равно высокая. Блевотина.
кто блюется? У меня как бы аптечек много, но неприятно же. Там явно много. Так, он, по-моему... Кстати, он может быть жив. Ну, говорил же. Подступиться не дают. Но в целом дали. Любимая лестница. Он имел в виду от ламп, в смысле от ламп. Ну, ладно, в общем-то. Ну, мне показано явно в эту ш... А, ну ладно, пойду дальше просто. This Rosetta. Well, we don't know much. Just that the codex was made from her research. Where will we find it? In the facility at the top of this mountain. Great. See? Almost done. Так, что надо? Подставить на зеленые лебедки, но при этом, чтобы фонари были нормально. Но. Да-да-да. Ну, похоже, меня не особо косы, так что можно практиковаться вечно. Так. Похоже, перебор. А, они возвращаются? Ну ладно. На шару, в общем-то. Не так уж тут и много вариантов, чтобы не получилось. God damn it!
I had her! It was gonna take us all down with it. I sense the curse falling apart. Come on, damn it, give me your hand. I promised her. I could have reached her, but this hand was stuck in. Ну, будем дотягиваться. Опять я внизу, ну как весело. Ужас. Подъемник отключен. О, здорово. Надеюсь, патронов у меня хватает. Испугал. Вот это уже херово, а. В патронах я тут нуждаться не буду, да? Hey, use that generator to get those harpoons working. Дерьмово. Да что ты творишь, срань господня? Как же от него увернулся? Как? Давай. Кошмар. Вот он жестокий, а? Доставай уже, а? А, он прыгать будет. Кошмар какой. Ну вот, это было плохо. Ты докопал меня. Не, ну, так уже нечестно, но... Ну давай, попади. Вот со скалой самое удачное место. Ну ты сдох? Нет, конечно же нет. Какого хера уже происходит? У него не во что стрелять. И мне приходится стрелять. Аптечки, по-моему, у меня еще есть.
Да, лучше его замедлять, а то... Да подохни ты. Так, мне... Так, ладно, я побежал. Похоже, тут бессмысленно. Но не работает. Дерьмо. Привет. Ай, говно. Ой, ублюдок. Ты нахер. Пойду посмотрю, может, что-нибудь найду. Да успокойся ты. Чё ты нервничаешь? Как ты, ублюдок поганый, достал уже. Ладно, тут я умру. Но я вообще не представляю, что мне делать. Ага, пушка. Понятно. Ну добивай. Давай. Мне еще и умереть сложно, когда надо. Ужас. Ладно. Начинаем. Патроны есть. Сейчас главное этих убить. Мелких. Да, я понял. Охрененная регенерация, иди в жопу. Отлично. Спокуха, блин. Задели? Нет. Давай, работай, говно. Стрелять будете? Да говно, что ж ты не стреляешь, а? О, да. А, я думаю, оно ее недолго держать будет. А, тянуть еще, наверное, надо было, я не знаю, честно. Сейчас опять сделаем все. Все, она безмозглая тварь. Ку-ку. Вон там что-то светится, надо подобрать. Я был в ожидании чуда. Так, ну тут надо... Активируй говно это, давай. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Эфкаю как могу. Рви ей что-нибудь. Ну давай. Давай. Вот, хорош. Отрасти это. Т-1.
Так, ну неплохо. Наверное. Из тебя что-то выпало? А, да, конечно же. Фух, кошмар какой. Какая метель. Ладно, поднимаемся наверх. Закончи... А. Упс. Наконец-то мы уничтожили эту тварь. Теперь бы еще подняться. Наверное, подъем будет не таким уж и простым. Бот ждет меня на станке. Отлично, да? Меня это сейчас так волнует. Так, ну что ж, у нас 14 глава, давайте продолжим, наверное, в следующей части. На пока всем спасибо за просмотр и удачи, увидимся.